для тех, кто вообще первый раз видит мотор изнутри, как собирается или рождается жизнь мотора, мы видим здесь различные части мотора. Начнем с самого простого, это статор, который состоит из собранных пластин. Это статор BA90, это, соответственно, статор BA100. Вот. По размеру видно отличие, да, одинаковая ширина, длина пакета, вот, отличается радиус, диаметр самих пакетов. Точно так же, состоящий из множества пластин ротор, вот, здесь уже вместе с осью, и без оси. Ротор прессовывается, это ось, и затем все это центруется, отшлифовывается, и в итоге получается... Он отшлифован, да, получается? Да, это алюминий, здесь это беличья клетка с двумя, как-то там, кольцами. Ага. Обмотку укладывают, витки уже вкладываются в пазы, и в итоге мы получаем готовый мотор, который сейчас... пропитан лаком, сохнет, будет просушен. Сейчас мы взяли прямо лакированный, затем он будет просушен. То есть, грубо говоря, когда собирается вот эта штука вся, да, вот она собралась, ее прям целиком помещают в ванну с лаком, ну как это возьмем? Да, это опускается в лаковую нитку, пропитывается лаком, затем это помещается в печку, сохнет, и в итоге коммутированное все одевается затем в крышки. То, что мы видим здесь, это крышки различных моторов. Самая маленькая — это наш BA90. То есть это у нас получается задняя крышка и передняя крышка? Да, здесь вставляется у нас энкодер с этой стороны. С этой стороны мы видим вал, выходящий, который идет через ось автомобильная, вот, которую мы видим здесь. Или же мотоциклетная, или промвал, который иногда люди заказывают. Мотоциклетная, я так понимаю, она потоньше, чем автомобильная будет, да? Она потоньше, просто рифленая для сборки. Ну, шлицы, да. А это что за гигант? Это гигант, если вот этот гигант взять, то это крышка сотового мотора. Ага. Это уже наш прототип, который готовится 112-го мотора. Вот эти фланцы еще никто не видел, это как раз фланцы, которые готовятся для автомобилей для Мексики, для нашего заказа. Ребята, эксклюзив. Автомобили в Мексику едут и вот с такими крышками. Вот, то есть в основном первые прототипы видели с круглыми фланцами. Вот, как вот этот, только впереди то же самое, без места для посадки энкодера, впереди просто плоская, круглая часть. Этот уже отличается, цепляется, ставится на совсем другую коробку передач. Ага. Поэтому мы заказываем, делаем сейчас эти фланцы, ага, которые полностью приходят с новой коробки передач. А вот дизайн вот этих пробных версий происходит, я понимаю, у главного инженера, да, он все это рассчитывает? Да, то, что вы видели как раз на экране компьютера, это как раз и подгонка этих крышек, чтобы они подходили как раз на моторы. Вот это все потом одевается. И в итоге мы видим, каким полный мотор в сборе.